Здравствуйте. Сегодня хочу представить вам новую модель в нашем интернет-магазине. Это Nokia H208. Это одна из самых гламурных и самых необычных моделей в нашем интернет-магазине. Чем она гламурная и необычная, я сейчас покажу. Ну, во-первых, ее меню. Ее меню очень красочное, прикольное. То есть достаточно большой дисплей, 2,4 дюйма. Дисплей действительно очень большой. То есть по сравнению с 2-дюймовым дисплеем, ну, вот смотрите. Разница колоссальная. Данный телефон имеет все функции современного мобильного телефона. В данном телефоне присутствует, обязательно присутствует интернет, также присутствует радио, камера 2 мегапикселя, замечательная светодиодная вспышка. Весь телефон вот так вот гламурно выглядит. То есть данный телефон идет в двух цветовых категориях, даже в четырех. Вот такие цвета данного телефона бывают, но, к сожалению, у нас данный телефон идет только в белом цвете, в таком гламурном. Сзади телефон выполнен шершавый под кожу, выполнен очень круто, то есть любая девушка будет казаться с этим телефоном достаточно гордо. Также в данном телефоне обязательно присутствует телевидение, то есть вы можете просматривать список телевизионных каналов совершенно без подключения к интернету, просто через встроенную уже антенну. Но у нас здесь очень толстые стены на складе, поэтому продемонстрировать качество ТВ я не смогу. Также в данном телефоне присутствует радио FM, Bluetooth, интернет, воспроизведение MP3, MP4 файлов, также воспроизведение файлов, видеофайлов 3GP и MP4 среднего битрейда. То есть поэтому данный телефон подойдет полностью для просмотра фильмов, сериалов, ваших любимых мультфильмов и всего остального на таком крупном дисплее. Вот как вы видите, просмотр видео будет достаточно, ну, приятен. На передней панели у нас также имеется оригинальный логотип Nokia, который находится под стеклом. Название модели H208, очень громкий слуховой динамик. С боковых панелей у нас ничего нету. На верхней панели у нас имеется очень яркий светодиодный фонарик. Я сейчас продемонстрирую, как ярко, насколько ярко он светит. Сейчас у нас светло в помещении, но светит данный фонарик очень-очень ярко. Так что данным фонариком вы сможете воспользоваться не только для подсветки замочной скважины, для попадания в нее ключами, но также сможете подсвечивать в темное время суток ваш подъезд, либо асфальт под ногами. Также у нас имеются три механические клавиши, металлические полностью, смотрятся они тоже очень гламурно. Одна клавиша у нас для запуска MP3 плеера, просто вы на нее нажимаете и запускается сразу MP3 плеер. Вторая клавиша — это клавиша меню, то есть или выбора. И третья клавиша — это уже первая и вторая клавиши для вызовов с первой или второй сим-карты. Данный телефон поддерживает две сим-карты, которые одновременно находятся в сети, и также поддерживает флешки, карты памяти, микро-CD разъемом, то есть объемом памяти до 16 гигабайт, 16 гигабайт включительно. Кнопочки на данном телефоне, как вы видите, очень крупные, очень удобно их нажимать. При нажатии на клавиши, то есть просто вы начинаете нажимать клавиши, набирается номер и сразу же идет поиск вашей телефонной книги. Очень удобная функция. Ну, давайте посмотрим. На нижней панели у нас отверстие под микрофон, также отверстие под стандартное зарядное устройство Nokia и отверстие, разъем микро-USB для подключения и синхронизации данного телефона с компьютером. Также через этот разъем его можно тоже заряжать. Потом на задней панели мы видим четкую, так, сейчас я вас включу, камеру. Камера у нас снимает 2 мегапикселя, причем сразу автоматически включается подсветка, если темно, то есть можно выбрать автоподсветку и все остальное. То есть камера снимает достаточно классно, для 2 мегапикселей это телефон, ну, достаточно крутой. Повторяю еще раз, в данном телефоне присутствует ТВ-тюнер, с помощью которого вы сможете смотреть аналоговое ТВ совершенно без подключения к интернету.
Интернет в этом телефоне обязательно присутствует, главное меню, то есть что у нас здесь есть. Меню выглядит вот так вот у нас необычно. В главном меню у нас есть контакты, сообщения, смс, ммс, соответственно, журналы вызовов, настройки телефона, Т-зона. Это у нас, вот они все здесь. В данном телефоне собраны все самые популярные социальные сети, такие как Google, Yahoo, Facebook, Twitter, MSN, Skype и Ibi. То есть все в данном телефоне уже установлены эти все программы, то есть это практически получается смартфон. В мультимедиа у нас есть фотоаппарат, видеокамера, аудио, видеовоспроизведение, FM-радио и аналоговое ТВ. Также у нас есть просто FM-радио, аудио, то есть MP3 плеер, список файлов, в который мы сейчас зайдем. Ну, давайте мы зайдем в список файлов. Вот у нас есть. Я хочу продемонстрировать, насколько классно и насколько круто воспроизводит данный телефон видеофайлы. Ну, давайте мы, как всегда, обратимся к саундтреку к фильму «Кровь и песок», «Спартак». Посмотрим, как будет воспроизводить. Опции так воспроизвести в режиме полного экрана. То есть вы сейчас видите, насколько круто воспроизводит данный телефон видео. Вы с легкостью сможете просматривать свои любимые сериалы, фильмы, мультфильмы и просто кино на данном телефоне. Качество воспроизведения супер достойное. Ничего лишнего. Фильм у нас записан в очень хорошем качестве, в формате MP4. Как видите, воспроизводится просто шикарно, как и на всех предыдущих, в принципе, наших копиях. Ну, давайте воспроизведем еще один фильм, ну, к примеру, это у нас музыкальный клип, чтобы вы просто могли убедиться, насколько классно, насколько круто воспроизводит данный телефон видеофайлы и насколько отличается по дисплею с стандартными телефонами. То есть, ну вот так вот данный телефон воспроизводит музыкальные фильмы, то есть видеоклипы. Давайте посмотрим, как он воспроизводит MP3 музыку. MP3 музыка у нас тоже играет очень-очень круто. Спасибо.
Ну, вот так выглядит у нас воспроизведение MP3 файлов. То есть вы видите, насколько гламурный, насколько необычный, насколько солидный и, ну, скажем, крутой этот телефон. Телефон действительно достойный, очень достойный. Для его ценовой категории это, опять же, как и все наши предыдущие копии, то есть это очень достойный и бесплатный телефон. Вот так выглядит телефон наш. Это был видеообзор мобильного телефона Nokia H208. И с вами был интернет-магазин mobilegold.com.ua. Спасибо большое за внимание. До свидания.